Мониклары прорвались. Похоже. Булрати. Они контрсоюзники, если видите. Перчит вот на белого. Транские руины делать. Выгодно, конечно, тут поднять какое-то восстание. Большая планета. Богатая. Что-то выпустить, захватить этих. Булрати этот еще плюс. Можно еще планету сделать. Вообще откуда она? Вот. Вообще. Непонятно, что-то он не заселен. Воротом 3. Такой счет. Мы их разрезали, Урса. Видимо, это столица, да, в тыл столицы. Дарин, ну непонятно, еще никто никого не видел. Без радиоактива, конечно. Как их империя, как королевство. Какие-то затравления. Ничего. Побеждает куча планет. Вот эти планеты. Тантал. Фьерос. Миклоров тяжело поднять, что тут ваша не гуманоид, ну как гуманоид, полуандроид, живые роботы. Дегравитация нестандартная. Вот кислый. Неизвестно, где он. Сахар, прайсы не слышат. Говорит, что войск у них много. Да, круто. Наши три крейсера зашли в тыл Титан. Ну, несколько крейсеров. Один корпус, как линейный корабль, который линейный служит. Вот три крейсера осталось два. Это подменное.
эсминец. Вроде эсминец явно был. Ситуация, что контр-адмирал пока вернется. И перес... То есть два тура мы можем производить линкор, который 4 и 5 десятых. 4-4 триллиона. То есть можно было купить подешевле. И пока он на линкор на самом деле. Но основные войска защиты флота лучшего оружия Резель, да? Или Резель, да? Визуал контр-адмирал и командор. Так вызвал уже четвертый уровень. Только третий. Можно купить каких-то там. Купить кого-то. В постройках. Академию. Академия Смис. Космическая академия. Ну, с половиной будет два по одному. Конечно, крейсера. Если линкор так себе маневрирует, по-среднему, то крейсера хорошо начали маневрировать от новых расхождений. Здесь пока переформатирование в империи идет. Дорога. Кредита не пока не думаешь. Ну крупный Кадмадин, все-таки что-то задает с производством, непонятно. Мосты пока что да, цена 3 миллиона, но сейчас и так можно покупать. Мосты, ну еще. По 6, 2, ну и прибавится.